пел я, вступая за родину в бой. Вот и последнюю песню пишу я, видя топор палача над собой. Песня меня научила свободе, песня борцом умереть мне велит. Жизнь моя песней звенела в народе, смерть моя песней борьбы прозвучит. Два раза в год оренбуржцы собираются возле памятника Мусы Джалиля на улице Постникова. 15 февраля в день рождения и 25 августа в день гибели поэта и его товарищей. Родился Муса Джалиль в Оренбургской губернии. Позже учился в духовной образовательной организации Медресе Хусаиния. Но имамом так и не стал, а жизнь связал позже с литературной деятельностью. В начале Великой Отечественной войны работал корреспондентом газеты «Отвага». Писал боевые песни, марши, патриотические стихи. Но попал во вражеский плен. В фашистской тюрьме татарский поэт написал цикл стихотворений «Моабитская тетрадь». Был казнен с товарищами 25 августа 1944 года в Берлине. Человек, который не сломила эта судьба, для возрастающего поколения, как воспитательное, мы считаем, то, что это очень важно. Когда он был уже приговорен к смерти, он все равно продолжал писать стихи. Он не знал, дойдут ли стихи, не дойдут ли, но тем не менее он продолжал любить свою родину и продолжал выполнять свое дело поэта. Возле памятника собрались представители духовенства, администрации, школьники и другие почитатели творчества Мусы Джалиля. В том числе и племянница поэта Елена Абдеева. Женщина рассказала, что о творчестве известного литератора знают не только в Оренбуржье, в Уфе и Казани, но даже на севере. А в родном селе Мустафино каждого второго ребенка называли в честь поэта Мусой. Был очень мужественный, очень жизнерадостный, умный человек. Всегда тактичный, очень любил людей, любил жизнь и погиб ради людей, ради нашей страны. Он еще был хорошим поэтом, не зря ему дали Ленинскую премию. Его стихи знают во всем мире, и не только у нас в Оренбурге. В этот день, помимо Мусы Джалиля, вспомнили 10 человек, которых казнили вместе с поэтом на гильотине. Горожане почтили память минутой молчания и возложили цветы к памятнику. Елена Кудаева, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ.